Трагедия на съемках. В 40 километрах от Бухары погиб Евгений Урбанский. Он перевернулся в автомобиле и сломал себе шею. Актера еле вытащили из-под груды железа. Подъехавшие вскоре врачи лишь констатировали смерть. В тот день был запланирован сложный эпизод. Машина на большой скорости совершает прыжок с бархана. За рулем сидел опытный каскадер. Урбанский рядом. Отсняли первый дубль. Все прошло отлично, но Урбанскому не понравилось, и он потребовал повторить трюк. Свидетельством очевидцев, Урбанский до последнего сидел в машине с прямой спиной, чтобы быть в кадре, ведь снимали крупный план. Машина легко взлетела, а потом приземлилась на передние колеса, встала колом и перевернулась. Кто-то говорил, что он был нетрезв, кто-то говорил, что он захотел заработать лишнее. Деньги актеру и правда были нужны. Дома его ждала беременная жена, актриса Дидра Риттенбергс. Но домой Урбанский не вернулся.